We have $100 from Calum, hashtag all trails Gremelios. It seems like every day this week you've told me about a new trick being discovered for this run. We also have $250 from Shadowed. Shadowed and Vulagin, BFFs for life. We have a $100 donation from Jan Gunter. This is the first time I was able to align my leftover vacation days with AGDQ. Thanks for this great entertainment for such a humble cause. To me, Ori and the Blind Forest is one of the most amazing games of this century. Thanks to Moon Studio for this masterpiece, and I'm looking forward to a sequel. Money goes to Runner's Choice. Greetings from Germany. We have $75 from Empress Sissy. Had to donate during beautiful Ori, made in beautiful Austria. If anybody wonders what Austria looks like, well, exactly like this game, minus all the monsters. Greetings from the Blind Forest. И всем снова здравствуйте. Следующая игра — это Velocity 2X. Довольно интересная игра. Если вы любитель хардкорных вещей, в принципе, она практически создана для спидрана, за исключением того, что ее спидран получается, как ни странно, довольно длинным. То есть игра, в принципе, требовательна по времени, причем она практически glitchless, то есть там нет практически... Там, по-моему, вообще нет прохождения через текстуры, и есть буквально пара моментов, когда... герой становится... Персонаж становится невидимым. А к нам тем временем присоединяется третий комментатор. Ты вас видишь? Да, я поближе к чату. Тогда ты... Да, если появляется, то... К нам тем временем присоединяется третий комментатор, это Каспер. Доброго утра всем. Да, доброго утра. Сейчас мы тебя добавим. Куда бы нам тебя добавить? А вот сюда вот. Как тебя выставить? Давай. Вот так. Вот, игра довольно интересна. Вот, к нам уже пришел, собственно, спидранер наш. Velocity 2X у нас спидранит Насраев. И игра будет проходить Estimated, по-моему, час 40, верно? Смотрите, это, по-моему, час 50. Игра действительно довольно длинная, причем последние ее уровни довольно сложные. Кирилл, принесешь нам водички? Она нам пригодится. Ты куда? А ты зачем ходила? Я принесла водички, и нам нужны еще водички. Больше водички, бога водички. Нет, как оказалось, просто я налила водички. Что? Нет, я налила воду в кружку, в которой у меня... был налит зеленый чай Nestlé, и теперь эта странная жижа со вкусом компота. Все-таки просят включить вебку, ну ладно. Я считаю, почему бы и нет. Как-то Ctrl-1 или Ctrl-F1. Я уже все это изучил. Можете посмотреть на нашего Каспера. Пока мы, собственно, смотрели Battleblock C это с Кирлимом, он получено спал. Вообще, вы можете, если что, трансляция проходит в геймерском антикафе ГЛХФ.
И здесь вы можете, собственно, посмотреть трансляцию. Кстати говоря, да, Насраев уже тренируется. Игра состоит из двух частей. Первая это топ-даун шутер, то есть, топ-даун шут-эм-ап, то есть, где мы играем, собственно, за космический кораблик, который расстреливает все на своем пути. И вторая часть это платформерная часть, мы ее сейчас видим как раз на экране. Типичный Star Defender, на самом деле. Ну, Star Defender плюс немножко платформинга. Да. Да. Плюс очень классный саундтрек. Ну, надеюсь, вы его слышите, потому что музыка здесь такая топовая электроничная. Да, причем... А, да. Да, я хотела, собственно, пока не началась игра, я хотела поговорить о том, как у нас в ГЛХФ проходит стриминг, собственно, Games Done Quick. У нас есть зал, где проходит, собственно, этот стрим, но поскольку... Нам было слишком скучно просто сидеть и смотреть Games Done Quick, то после того, как к нам привезли еду, мы просто дружно... Начали ее есть, очевидно. Нет. Спрашивают, завтра мы будем? Да, мы будем завтра, послезавтра. Да, все мы будем завтра. Ну, может быть, не все. Нас будет в меньшем количестве, по крайней мере, нас... Нет, в ГЛХФ, может быть, нас и будет в меньшем количестве. Нет, в ГЛХФ нас будет... Собирается огромная толпа, хотя... Нет, в ГЛХФ нас всегда много, причем мы не все знаем друг друга еще, на самом деле. Ну, ничего, мы потихоньку знакомимся. В общем, вместо того, чтобы смотреть в зале, где большой экран, мы просто взяли еще один ноутбук, поставили еще один стрим HDQ в комнату с консолями и начали рубиться там в файтинге. Заодно мы прошли Джорни, пока Пиджей проходил. Да, чего уж там. Это стоило больших трудов на самом деле. Нет, больших трудов стоила моя попытка пройти Hotline Miami на геймпаде. За российскую сборную по футболу так не болеют, как болели за тебя, когда ты проходил. Ну, вы считаете, просто какое время суток было? Да, не, это был хардкорный челлендж. Смотри, они уже все настраивают, кстати. Да. Где коза в шляпе? Сейчас будет. Это не коза. Ну, потому что все забанили, даже это я альпака. Не позову. Альпака One Love Us. А, мы уже выключили, ну, поздно. Говоря, стрим. Ну, еще не начался спидран, давай мы покажем. Да мы... ладно, что мы показываем? Хайпа, кстати, больше с альпаки разводится. О, боже, смотри, что с альпакой. Альпака исчезает. Да. Ладно, отдай ее. Все, спрячь, на, держи альпаку. И сейчас уже начнут. Взрослые люди, официальный стрим крупнейшего марафона спидранеров. Мы мацаем альпаку. Сидим и мацаем альпаку в прямом эфире. Но больше интересно то, что 650 людей смотрят, как мы мацаем альпаку в прямом эфире. Не, ну ты радуйся, что мы тут не стримим, как мы пишем курсач на самом деле. Да, ну мы могли бы постримить, как мы играем в файтинге тут в соседней комнате. Нет, все кричат. Нет, ну это было действительно, это был эпик фейл, как я проходила Джорни. Гораздо интереснее стримить, как чувак, короче, выключает... Все, началось. Время же! Началось, собственно, да. Как я уже говорила, игра практически глишлес, то есть Насраев будет просто очень быстро проходить эту игру. По сути, игра буквально создана для спидрана, то есть здесь... Она называется скорость. Да, она, собственно, называется velocity, то есть скорость. И ну, максимальное количество... Да, одна из особенностей прохождения, как отмечает Сан Насраев, дело в том, что некоторые из этих уровней можно пропускать, некоторые из уровней, если ты на предыдущих уровнях собрал достаточно вот, собственно, вот этих вот голубых кружочков, точнее овалов, ну, он называет их орбами, ну, или или очками. В общем, если игрок собрал на уровне достаточно вот, собственно, очков, которые даются ему за собирание вот этих вот голубых овалов и красных кристаллов в платформерной части, то он может пропускать часть уровней. Поэтому, собственно говоря, Насраев будет пытаться собрать с уровня как можно больше кристаллов, чтобы потом не проходить другие уровни. Да, для того, чтобы скипнуть неудобные, неприятные
разные уровни, потому что здесь есть достаточно неприятные уровни в конце разных глав. Вообще игра на самом деле жутко делится на Star Defender и на просто скроллер, сайд-скроллерный шутэмап. Мусраев это рекордсмен, у него VR по этой игре. Час 27. And then it's going to be kind of jumping around a bit. The reason I'm doing that is because the game wants to be long for 30-80 abilities and upgrades to the later levels. Those transfer over to when I go to the previous... Мусраэфу, на самом деле, игра сложная. Игра сложная, я не думаю, что Мусраэф пройдёт. Она просто долгая. Но дело в том, что у тебя one touch, one kill, да? One shot. Причём она очень быстрая, то есть эта игра заточена под быстрое прохождение. Но, как видите, тут быстрое прохождение, оно, грубо говоря, но на грани условно. Восприятия. Да, но то очень есть, условно, на самом деле. Мусраэф, обычный человек практически не может просто не увидеть всех препятствий и так далее. И вот тут во время пробежки, собственно, уровня его добавляют в друзья. Выплывает внизу Steam notification о том, что кто-то его ищет. Парень просто спалил свой Steam аккаунт. Да-да-да, просто и вот поэтому я все-таки считаю, что нужно играть в офлайн. Я вообще удивлен, как на симуляторе дверей парни не начали добавлять, то есть там... Ну, ладно. Может, он все-таки был в офлайн моде? А, не, какой офлайн мод, ачивки ему лились. Нет, у него же ачивки шли, да. Слушай, я даже не знаю. Может, у него блок на добавление друзей? По-моему, есть такая возможность. Можно, да, можно сделать. А можно много чего сделать. Или, можно notification отключить. А можно, да, вообще, можно просто да. Можно, да. Можно, блин, можно. У меня по дефолту отключены даже. Это не особо относится. Ну, еще один. Ну, видите, просто насколько популярным становится спидрайнер на А самое смешное в том, что у него нет времени на то, чтобы сейчас выключить notification, и они вообще могут сейчас посыпать, как, я не знаю, ну, смотря... Ну, мы надеемся, что это не залагает ему игру, и это самое главное. Вообще, может кто-то другой сейчас попытаться зайти в его аккаунт. Да ладно, ладно, да уже, нет. Уже не... 6 человек. Вот, всё. Пора, пора. Чё он? То есть, он реально будет тратить на это время? Да, всё равно больше. Back to the run now. Ну, всё равно он... 7 секунд на это потратил. Но, понимаешь, это настолько раздражает. Нет, это раздражает, это совершенно сильно раздражает. А вообще, насколько я понял, в этом режиме Star Defender мы спасаем капсулу с людьми, как я помню, да? Да, да, мы спасаем капсулу с людьми. Там сюжет вообще есть какой-то, или это просто... По большому счету нет. Мы космический корабль, мы спасаем капсулу с людьми, мы убиваем боссов. Причем, как видите, для прохождения уровней... Ну, для прохождения всех уровней, по крайней мере, нам обязательно открывать, взрывать вот эти вот пронумерованные блоки, причем взрывать их именно в определенном порядке. Определенном порядке, в пронумерованном. И в конце игры это становится просто огромной головной болью, ну, потому нет. Что это будет частью прохождения, механики прохождения боссов, и это становится сильно сложно. Ну, не совсем там страшно, дело в просто им в правильном порядке надо бить. Ну, если кто помнит в Айвона Би Зе Бош или Айвона Би Зе Гай, тоже были такие кубики, которые нужно было бить правильно. Я вот кое-что заметил, я, честно говоря, познакомился с этой игрой буквально 5 минут назад, когда я сейчас играл. Собственно, вы меня с ней знакомите. Но я заметил, что она максимально сильно вдохновлялась Метроидом. Да. Ну, да. Это нормальная тема, то есть, Ори тоже, на самом деле. Ну, как видишь, вот, это именно игра, которая заточена под быстрое прохождение, причем вот, ну, именно на уровне человеческих возможностей восприятия. Причем, заметьте, фейлов будет много. Фейлов будет действительно много, потому что... Слишком большая скорость. Знаете, это что-то вот в духе японских игр, как называется эта игра? Ну, типа... Precision Shooter. Да-да-да-да-да. Типа Тохи и прочее. Да-да-да. Вот ультра-хардкорных вот этих вот японских... Самолетиков.
самолетиков, да, космических корабликов, где в тебя летит просто невероятное количество всего. Да. Но здесь это не миллиард всего, который в тебя летит, а это вот это вот некий челлендж для самого тебя, то есть Пройти быстрее, еще быстрее. Это миллиард того, что тебе нужно сломать здесь. Ну да. Здесь не столько опасен враг, как то, что тебе его нужно убить, то, что его дохрена. То есть, в принципе, игру действительно можно проходить медленно, вдумчиво. Игра за это никак не наказывает, но это не то, как она задумана. То есть все-таки то, как сейчас проходит игру на SRF, это по сути именно то, как ее задумали разработчики. То есть это максимальный скилл, это максимальная скорость. А вот интересный тоже момент, который я заметил, то, что у кораблика есть ХП, а у, ну, вот когда он играет за девушку, да, у него все-таки one hit. Я считаю, это логично. У человека как бы тоже не особо много жизни. А кораблик можно почти не существовать. Нет, на самом деле у этой девушки тоже есть ХП. Но оно касается... Не-не-не. ХП у него есть, но это касается, когда в него попадают турели. А когда он падает на это поле, то это one hit. Ну это знаешь, как на шипы упасть в платформере. Тут очень будет много классных моментов с тем, когда пули будут до него практически долетать, но он будет турель убивать быстрее, чем до него там за миллисекунду, чем до него долетают пули и не будет получать урона от них. Это на самом деле очень круто. То есть он будет делать это очень быстро. Кстати говоря, это, по-моему, первый раз, в котором я просто ничего не перевожу, потому что мы болтаем. Нет, а просто тут нечего переводить. Ну, то есть, нет, ну ты можешь переводить, что он говорит, но он говорит примерно то же самое, что и мы. Он говорит, ой, плохо, я не успела, нужно еще быстрее. В общем, у него паника, и все просто молчат и наслаждаются его страданиями. Ну да, экран дергается, как собака, на самом деле, потому что то он вверх, то вниз. На самом деле, он проходит сейчас гораздо быстрее по сравнению с тем, что он показывал на превью видео, когда посылал. Потому что там был... Вот это типичная его ошибка. Он начинает бэктречиться ради одного кристаллика, который ему вообще к черту не нужен, на самом деле. Просто привычка, Это ошибка. Ну, это ошибка, которая навязывается этой игрой. В общем-то, тут не обязательно все собирать. Можно один и два оставить за спиной, но главное остальные все собирать. Ну, дело в том, что он дальше уже во второй половине игры будет очень много моментов, где действительно будет очень тяжело собрать все. Ну, он будет забивать. Ему придется оставлять. А для него, по сути, каждый вот этот орб, он крайне важен, потому что если у него не будет достаточно орбов для того, чтобы скипнуть ненужный левел к тому времени, как этот левел подойдет, то ему придется его проходить, и это будет эпик фейл. Огромная потеря фреймов. Да. Ну, не, я думаю, такого не будет. Да, я думаю, что огромная потеря фреймов, самая большая потеря фреймов была в самом начале стрима, когда ему пришлось все-таки выйти в оплату стриме. Ну, вообще пока... Больше потери фреймов не будет. Он еще умирал тут, он будет еще умирать, тут будут реально сложные места. Здесь дело в том, что, как и... Ну, вот, например, во многих играх проблема с дэшингом, да, в платформерах. Здесь дэш имеет определенное расстояние. Ну, вот то же самое, как в Warcraft, если кто играл, там, у Мэф, этой смотрящей, там, у нее варп имеет определенное расстояние. Здесь то же самое. То есть, и он всегда варпится, и всегда на максимальную свою дистанцию, и за этим нужно очень четко следить, чтобы, как бы, ты своим варпом не убил себя, собственно. Да. Ну, в принципе, здесь, что хорошо, все-таки игра, что значит, fast-paced, то есть она в очень быстром ритме, и здесь чекпоинты раскиданы очень часто. То есть, одна смерть, она не является какой-то, ну, совсем уж критичной. Да, и тут и три смерти подряд не очень критичны. Ну, в принципе, перед всеми сложными местами раскиданы чекпоинты, так что игра в этом плане очень хорошо выверена с точки зрения баланса. Тем не менее, он на самом деле совершает очень крутой жест. Да, то есть, ну, я не думаю, что кто-то еще будет лучше проходить эту игру пока что, да. Ну, сейчас, да. Ну, на данный момент два официальных спидрана у меня только есть. Два спидрана. Вон, опять он вернулся, это же. Вот, там, за первое и за второе место. Ну, с другой стороны, Назраев говорит, что, скорее всего, после HGDQ он перестанет спидранить эту игру, он займется спидранами Байонетты.
У него, по крайней мере, есть такая мечта. Ну, это слэшер, все-таки. Ну, опять же, потому что Velocity 2X не так уж много людей спидранит, несмотря на то, что это достаточно скилловая игра. А Bayonetta спидранит много кто, а он хочет, скажем так, больше конкуренции. Ну, видите, у спидранья, скажем так, свои причуды. Кому-то нравятся игры, в которых никто не играет, кому-то, наоборот, более популярные. Ну вот, хотите тоже быть успешными спидранерами? Ищите игры, в которые никто не играет. Да. Нет, не обязательно. Не, правда. Ну почему? Ну то есть, да, у тебя будет World. У тебя больше, у тебя больше возможностей, на самом деле, в этом смысле. Почему не попробовать? Дело в том, что малоизвестные игры, скажем так, с малоизвестными играми легче войти в топ самого спидранера.com. Кстати говоря, я не говорила. Очень забавный факт. Я как-то в Стиме нашла гайд по спидрану Диэстер. Если вы знаете, что такое Диэстер, то вы понимаете... По острову. Да, ну, да, то вы понимаете, насколько это странно для меня было. Почему? Блин, да, много спидранов есть по квестам, например. А почему нет-то? Спидран — это же мастерство, как бы, запоминания определенных движений. Не-не-не, вот в тот момент, когда я найду гайд по спидрану визуальных новелл, вот это будет тот момент, когда я пойму, что спидранить. А кто-то же... А Poison сегодня шутил уже на Left 4 Dead о том, что... На тему того, что визуальные новеллы не спидранятся. Почему спидранятся визуальные новеллы? Да. Да. Если найдешь мне World Record, кстати, может, посмотрим на спидран.com, а? Посмотрите какую-нибудь визуальную новеллу. Ну, какую-нибудь известную посмотрите, там, типа... Давай какой-нибудь House Head, например. Да никто не знает, что это такое, с ума сошло, что... Да ладно тебе, House Head, только в Японии знает, а спидран.com — это Америка. Да никто не знает. Большая часть визуальных новелл из Японии. Попробуй Sakura Speed, хотя бы известно, что... А, да, да, давай, кстати, да. Давай Sakura Speed. Ну, Sakura, там, подумай, там лисички, все знают эту игру, даже американцы в нее играют. О, есть! Ну, я ж тебе говорил, что... Есть Sakura Clicker спидран. Вон, Sakura Clicker, пожалуйста, есть час. Есть Sakura Spirit спидран, ребят, все. Можете вбросить. Мы пришли к этому моменту, спидраны по визуальным новеллам есть. По кликеру. Все, можете спидранить все. Ну да, скоро Adventure... Как там? Adventure Capitalist. Тоже по нему будет спидран. А хотя к нему DLC недавно новое вышло, какое-то бесплатное. Ты хочешь посмотреть Sakura Clicker? Кукер Кликер, вон, есть. Кукер Кликер. О, 29. Как? Что они заспидранили? А я думаю, это примерно вот так. А что это за категория? А что это за категория? 1G, 2G, 3G, 2. Это категория... Никакая категория. Скорее всего, 600%. Все, 600% это значит до момента, когда нужно сбросить... Нет, 600% нет. Здесь идет Rebirth. А, я не играл в Sakura Clicker. Я поняла. Это значит до первой возможности сделать Rebirth. Ну да, 29 минут, я вполне себе верю в такое. Да, ну почему бы и не сломать? Почему сломать? По-моему, немножко отдалились от темы. Вообще, Не, просто... Гаев просто рвёт себе всё, что можно порвать для того, чтобы пройти. Нет, Гаев ничего себе не рвёт, значит. Sakura Clicker. Выглядит он довольно напряжённым. Нет, он вообще не напряжён. Он на вбросе, который делал для GDQ, к нему там, короче, на записи видео мама стучится, короче, еду приносит ему, что такое. Вот, и он с ней спокойно болтает, говорит: мам, извини, я немножко занят, я тут этот игровой рекорд ставлю. Ну, вот. Это все-таки на записи, а тут все-таки HQ. Ой, да ладно, он сидит в компании веселых людей, с которыми вечером пойдет в бар, как бы. Я не думаю, что он особо прям переживает по поводу того, что он там плохо себя покажет, как бы. Ну, не покажет себя плохо, потому что, ну... Тут такой скилл, что забей. Вот сейчас интересный момент происходит. Вы можете заметить, что он начинает использовать свой дэш и телепорт как бы более целенаправленно. Вот, и он начинает как бы рикошетить им, чтобы сделать определенный угол передвижения, ну, соответственно, чтобы попасть в определенные места. Да, кстати, по поводу спидрана Про Диэста там что-то говорил. По поводу спидрана бесконечного лета, на спидран.com еще нет ни одного спидрана бесконечного лета, поэтому вы можете быть первыми дерзать. Да, кстати, да, почему нет? Ну, нет, есть на самом деле игры, которые за рубежом не очень известны. Например, русский шутан Йоренти. Или там, сделайте спидран по нашей игры Моротопии или Тургора.
как бы, которые сделали ISP Cloud, по ним тоже нет спидранов, вы будете первыми, скорее всего. Почему? По-моему, есть? Только есть. По ту... Не, по Тургору, по-моему, есть. И по Тургору есть спидран, да? Или по Тургору, неважно. Ну, скоро, да, скоро выходит шутер отечественного. Ну, у нас же есть Эврика про этих пузатиков сумасшедших, которые плачут и танцуют голышом. Да. А это тоже есть, как лучше сделали Эврика. Я знаю. Чего не в курсе? Вот тук-тук-тук, спидран тоже было бы интересно. Я, кстати, посмотрел бы спидран тук-тук-тук. Мне кажется, спидран тук-тук-тук, там слишком много рандома, это какая-то. Какой там рандом, я тебя умоляю? На самом деле, там на плохую концовку вообще снизу спидран. Mm-hmm. А вот на The Best Ending там реально сложно. Понимаешь, вот как бы... Все-таки мне не очень нравятся спидраны и RNG Based. Ну, потому что одному повезло, второму не повезло. Погоди, в категории... Аль, смотри, в категории Best Ending там сложно, в категории Bad Ending там ничего сложного. Все равно, там... Там нету оранжи никакого. Есть. Кровать на тебя напала или напала, нашли тебя там... Да это мало, короче, за этот вопрос. Да, есть спидраны по доте. Два спидрана по доте, я говорю это в восьмой раз за сутки. Да, по-моему, уже 20-й раз про это говорил. Есть два спидрана по доте. Первый, где вы проносите трон, второй, где вы убиваете Рошана. Оба спидрана есть на speedruns.com, посмотрите там. И вообще, прежде чем спрашивать, есть ли какой-либо спидран по какой-либо игре, зайдите на сайт speedruns.com и посмотрите там. У нас Раев тут... Не приуныл, он просто говорит, что вот эта вот часть очень важная, потому что если он здесь не соберет все поинты, то он не соберет достаточно поинтов, чтобы скипнуть следующий левел. Поэтому он сейчас слегка поднапрягся, ему действительно нужны все голубые овалы и красные кристаллы, которые он только сможет найти. На самом деле это будет обидно, потому что на том вбросе, который он делал для GDQ, не было фейлов вообще. Между прочим, ты говоришь довольно далеко от нас, и тебя не слышат зрители. Ну, извините, я занят слишком с тем, что я делаю со своими штанами. Дело в том, что я не вижу того, что он делает из-за белой... Я тоже. Но он что-то делает со своими штанами. Нет, козы там не было, если честно. Утренний стрим. Утренний стрим. Доброе утро, страна. Хорошо, что аллигатор спит. Я бы на его месте нам по ушам бы надавал. Да ну, да. Мы развлекаем людей с утреца. Им на работу, между прочим. Ну или нет, выходные же, нет. Сказал, ну я не могу, я не буду этого читать. Да почему? Нет, ну можно тайм-аут за это дать, в принципе. Но я не считаю, что это мат. Like I said, I have a lot of abilities that if you were to just go level 1, 2, 3, 4, like I wouldn't have them yet. А, я понял, что ты сказал, когда я это имел в виду. Кому-то точно поспать. Мы тебя не будем, а? Что там у нас говорят? Ой, такой поплавон. Нет, зато весело. Ну, он уничтожает таракашек. Так, он тоже говорит, да, что на этой части уровня ему очень важно собрать все возможные поинты, потому сейчас что ему, файт, да, его ожидает босс-файт, причем на этом босс-файте. Он умрет. Он не сможет использовать взрывы, просто потому что они у него кончились. Ну да, у него кончились. Самая сложная часть здесь, вообще самая сложная часть в боссах, это снять их щиты. То есть нужно... Этому боссу не надо снимать щиты. Надо. Ему нужно фигачить по щитам. Нет, у него, по-моему... Нет, ему... Это у других. Ну, строго говоря, у него есть определенный тайминг, с которого у него снимаются щиты, но ему очень важно бить по этим щитам, для того, чтобы в момент, когда щиты снимаются, они щиты снимаются на очень короткое время, каждый возможный шот пришелся по нему. Дальше, это еще очень простой босс, у него просто временами снимаются щиты. Дальше, для того, чтобы снять боссу щит, ему придется делать разнообразные, совершенно невообразимые движения. Да, им просто на кнопочки нужно будет нажимать вовремя, знаете, вот если кто-то видел крипту... Ну да, ну чё, Крипто знак Радансера, в принципе, тут что-то похожее есть, здесь игра, в общем-то, и она немножко, ну, нацелена на то, что человек бы играл в тайминг музыки.
Что тебе плавишь? Ну, по большому счету... Нет, это правда. Все хорошо, все хорошо. Меня все хорошо. Я не понимаю, как вы вот... Что? Мы комментили симулятор дверей. Я прекрасно понимаю, что вы комментили симулятор дверей, но вы после бессонных суток слишком быстрые какие-то, как мне кажется. Нет, мы ничего не употреблялись. Нет, я как бы не пытаюсь никого. Вот ты знаешь, ты сейчас... Даже если употреблять, это ваше дело. Ты знаешь, что сейчас спровоцировало в чате? Ничего. Там все еще обсуждают твои штаны. Ну пусть хотя бы это обсуждается, это хотя бы не дот. Между прочим, здесь очень сложная часть. На самом деле все платформерные части этой игры довольно сложные. Потому что они проходят на большей скорости, чем части, которые в кораблике. Соответственно, они требуют большей сосредоточенности от игрока. Поэтому он более сосредоточен. Причем, как говорит Насраев, дело в том, что... Как говорит Насраев... Насраев. Дело в том, что если мы заканчиваем уровень в течение определенного количества времени, ну то есть достаточно быстро, то мы получаем некоторое количество бонусных очков, которые опять-таки очень нужны Насраефу, потому что Насраев спидранит, и ему нужно пропускать уровень. На самом деле, вы можете видеть, в конце каждого уровня он получает самый лучший ранг, это там видно по самой эмблеме, которая как бы отображает всю его крутость, как бы по собиранию вот этих кристалликов и по скорости, как он проходит. Поэтому у него и World Record по этой игре. Неудивительно. Да, вполне возможно, что мы, кстати, увидим, как он побьет этот рекорд. Я уверен, что он готовился. Ну да, кстати, такое тоже бывает. Но у нас сегодня уже был провал с тем, что нам показалось, что человек сделал World Record на трансформерах, а мы ошиблись. Нет, не было World Record. Причем я не знаю, вы в тот момент, я слышал, как вы говорили, о, мировой рекорд. А я в это время сидел на спидранцах, и говорил, что нет, не мировой рекорд. Да, нам подсказали. Почему-то мне казалось, что у него World Record 46 на тот момент. Хотя я посмотрел... 41.37. Да, но я вот тупанул, и на самом деле, действительно, я причем посмотрел перед этим повтором, я помню, что он пока все молчат, я скажу привет прибывающим людям, которые все прибывают нам в чат. Доброе вам утро. Во избежание вопроса, что здесь происходит и почему все смотрят 2D-сайт-скроллер, я сразу же напишу всю информацию вам. Вот. У нас есть великолепный бот, который готов ответить на все ваши вопросы, даже вопросы, связанные с личной жизнью. Вот вы можете у него спросить, как найти девушку себе, или там как заработать первую зарплату в 20 000. Он знает ответы на все эти вопросы. О чем ты? Да шучу я, конечно, ничего не знаю. Да. Ну нас тоже не спрашивайте, мы руками. Ну, собственно говоря, здесь у игрока появляется новая способность. Способность ставить телепорты в определенные точки и потом возвращаться к ним. Это позволит ему сокращать бэктрекинг, потому что бэктрекинга отныне в этой игре будет довольно много. Просто уровни начинают делиться как бы на две половинки. Да. Здесь очень важно грамотно ставить телепорты, потому что их можно поставить всего лишь один раз за локацию. Как бы, ну, скажем так, пока ты не подберешь новую, да. Ставил, пусть. Ну, то есть они телепортов? Там логично расставили. Да. Вот это сложный момент, сейчас он здесь порядочно будет умирать. А, нет, всего один раз. Ну, это хорошо. Потому что обычно... Да, и здесь он тоже, бывает, застревает. Отбрасывает на какой-то, кстати, всегда логичный промежуток. Такое чувство, то ли он со временем связан, то ли он связан с пройденной просто, дистанцией. Нет, это просто чекпоинты, которые достаточно грамотно расставлены. Мне кажется, они не одинаковые. Нет, чекпоинты одинаковые, да. Просто в определенных местах. Из других достижений раннера, который сейчас, собственно, побегает нам в эту игру, у него второе место по миру в игре Lily Child of Geos. В хардкорном режиме за час мы 4 убили. Огромная разница на самом деле.
Да, с World Record, World Record по этой игре. Ну, неважно, мы говорим про его достижения, я считаю, что это достижение. Ну да, ну я не знаю, что это за игра, к сожалению. Это, видимо, что-то консольное, наверное. PC, как ни странно. PC, да? Да. Вообще не одного. Ну, на самом деле, она... Может быть, это какая-нибудь игра, которая вообще Америка не покидала. Знаешь, сколько игр уходило на PC? Чё тут? Ну нет, понятно, что... Ой, он сейчас очень некрасивый. Он просто задамажился от предмет. Ну да-да-да, тут есть, конечно, такие моменты. Нет, он не задамажился, на самом деле, он застрял в стене, как мне показалось. Да, вот, в углу застрял. Ну просто не туда, скажем так, повернул. Ну тут, как видите... Игра, собственно, связана с телепортами, телепортами, разными видами телепортов. К сожалению, игра, вот, возможно, я немножко неправ был, когда я говорил про какую-то игру сегодня, что она идет 50 минут, и она затянутая. Про что я говорил, я не про какую я говорю? А, я про Трансформер говорю, что они немножко затянуты из-за однообразности, я был немножко неправ. Вот эта игра по-настоящему затянутая. Потому что здесь просто происходит множитель, как бы геймдизайн не очень грамотный. Не, ну понимаешь, все-таки эта игра, она на скорость, но это не значит, что это игра для спидрана, для того, чтобы за один раз ее пройти на марафоне. Все-таки это игра для игрока, игрок любит, чтобы игры были длинными, чтобы ему было... Понимаешь, тут нет нового челленджа, вот, ну, вот фишка в этом, там новый челлендж. Дело в том, что... А, кстати, он будет в конце. Он будет в конце, но последние 20 минут будет. Действительно, он довольно сильно размазан, то есть тут одна и та же механика, она эксплуатируется, в общем-то, на уровнях. Просто уровни становятся чуть сложнее, чуть более запутанными. Но, да, по сути, в игре не так много новых механик, ну, то есть не так много механик. То есть это вот этот вот дэш через стенку, это дэш через стенку в режиме платформинга, это специальный шарик, который нас телепортирует, опять же, в режиме платформера. Это возможность поставить телепорт для сокращения времени бэктрекинга, опять же, в режиме кораблика, и все. А, ну еще, собственно, взрыв вокруг себя. We have an anonymous $30 donation. My father died of cancer in 2006, and I'm lucky to have friends who have survived it since then. I'm always impressed by the humor, generosity, and cooperation. Нет, ну ты модер, Каспер у нас модер, мы просто комментаторы, поэтому. Ты всегда можешь людям указать, а на экран. Ты можешь всегда людям указать на то, что они ведут себя некорректно по отношению к себе. Просят напомнить, какой VR у этой игры и что-то с этими поисками всяческих. Everlasting Summer. Да, минуты. I've never heard of this game, but it looks epic. Beat your record, beat cancer, and kill the animals. Ciao from Italy. Ну, потому что speedrun.com мне почему-то не... This game is the sequel to... Ну, прошел. Мировой рекорд у этой игры... Минута, да. 1 час 27 минут 38 секунд принадлежит... Просто ты поспал сегодня, а мы нет. Ну, потому что спать для слабых, а он слаб. 2 часа... Да все модеры слабые, на самом деле, хвалите комментаторов. Все хорошие. 2 часа сна под снег здоровых лбов, которые ржут с того, что PlayStation сама в себя играет. Нет, но... Она правда играла сама в себя. Вы понимаете, когда у вас есть дома приставка, и она сама с собой разговаривает, это весело. Нет, нет, там просто была ситуация, что... Не, ну мы обсуждали всякое смешное. У нас PlayStation неожиданно сама включилась и начала сама собой управлять. А потом вы... Кто-то просто контролировал геймпад, кто-то на нем спал, скорее всего. Да, никто не спал вообще, там спал только другой человек. Как вы боретесь с физическим изнеможением? Что-то едите, пьете или... Все же нормально дается по Святым Духом питаюсь. Ну, вообще, да, в церковь. В первую очередь. А вообще приходит Кирилл и говорит, что ты идешь вот это стримить, и все. И ты идешь это стримить. Сон отпадает. Спасибо аллигатору за бодрость.
Он меня, собственно, разбудил, он приносит ко мне расписание и говорит, что вот это вот, короче, на тебе. Я такой, да, окей, все, я спать уже не хочу. А ты еще, может быть, такой, ты готовился к игре, потом приходит аллигатор, говорит, я забираю у тебя эту игру, и ты, ну, а ты идешь комментировать другой. Слава богу, такого еще не было. Блок Castlevania, на мне и блок Sonic. Два раза такое было. Что, он с вас снял Portal и... Он с нас Battle Block снял и еще кое-что. Battle Block я самому хотел отдать, как бы, потому что там сложно. А ничего мы не знаем, что у нас еще забрал. Да, потому что он нас еще не предупредил, но он что-то. Да, ну короче, какие-то две игры он у нас еще заберет. Это скорее всего Half-Life Portal. Почему нет? Он говорил, что он отберет их у кого-то и. Да пусть забирает. Там же Норкет, он не. Да там будет школьник играть. Сам ты школьник. Ну все, все, все. Не по делу опять. Может быть, там что-то комментаторы говорят на заднем плане, я просто... Нет. Видишь, у него проблемы. У нас Райфа проблемы, он умер два раза. На самом деле комментаторы молчат, это видно отсюда. На самом деле комментирует нас Райф, он комментирует свои страдания, все ими наслаждаются, как я уже сказала, но... В этом плане Насраев, конечно, радует нас всех, потому что... На самом деле все ожидали очень большого хайпа на прошлом, кстати, с GDQ. Ожидали большого хайпа от Dark Souls, когда двое парней играли на одном геймпаде. Но хайпа никакого не было, потому что... Да ладно, был хайп. Да никакого не было. Во-первых, не показывали. Я сидел дома и хайпил, у меня хайп был. Ну, у тебя был. Нет, нормальных людей был. Во-первых, не показывали, что они реально играют вдвоем на одном геймпаде. И для тех, кого не сказали, это было не очевидно. Это вечная беда. С тем, что проходит, да. А во-вторых, Кас, они играли настолько хорошо, что было вообще не очевидно, что они играют на одном геймпаде. На самом деле, Насраев молодец, он очень хорошо проходит игру, но как бы эта игра glitchless. То есть он просто хорошо проходит игру. Тут по большому счету даже нечего сказать, то есть, собственно, что делают. Давайте что не делают будем ничего говорить. Они зачитывают донаты, потому что Насраев молодец, он проходит игру, все радуются, как бы за ней приятно наблюдать. У нее, кстати, отличное музыкальное сопровождение. Ну, есть предположение, что все спят, причем везде. Кто спит? Никто не спит вообще. Нет, нет, у них-то еще норм. Да? Да, ну у них-то как бы что норм. Это у нас тут. It starts whenever I press the button, and it teleports me whenever I release it. И они бы хоть цвет кристалликов меняли. Я не знаю. Хотя, наверное, это бы сбивало, наверное. Я думаю, да. В скилл-бейст играх графическая составляющая не особо важна. Я считаю, что это и есть скилл-бейст игра. Ну да, да, конечно. Здесь ты уже не особо замечаешь, наверное, цвета, а просто вот видишь. Это сложно силуэт. Сейчас. Здесь надо очень грамотно кинуть. У него получилось первое. Ну, не знаю. Возможно, это и правда то, что написали на самом деле. Нет, я не про это. Наверное, интересно, на самом деле. Она может быть не очень известна, хотя... Можно всех забанить, конечно. Я про то, что парень говорит, что он пересидел в TeamSpeak, и сидит. Не, ну... Я ответил вам. Эффект присутствия — нормальное явление, как у людей, кто сидит в TeamSpeak, в принципе. Все хорошо, на самом деле. Возможно, вы даже отвечаете. Два человека, которые не спали более суток, у них экстрасенсорные способности. У нас есть телепатическая связь на минимальном каком-то уровне. Да уж. Place one of these, and I'm gonna go up to this little Easter egg. Да, ну тут ему опять вот желтый кристаллик. Телепорты. Видал? Тут он, кстати, первый раз открыл карту. Да, в этой игре есть еще и карта, потому что уровни в какой-то момент становятся действительно разветвленными. Нам приходится ставить телепорт назад, потому что иначе мы просто не вернемся. То есть тут бэктрекинг не только неудобен, он в ряде случаев еще и невозможен, потому что экран просто не скроллится вниз. Кстати, интересный был момент, короче, когда мы комментировали симулятор дверей. Там, я рассказал, что в игре есть карта, и люди удивились. Будь здоров. Я рассказал, что в игре есть карта, и люди удивились, потому что, оказывается... Они ее не видели. Да, они... Как спидранер просто не использовал карту вообще. Да, но ее мало кто использует, на самом деле. Даже люди, которые уже прошли, ее обычно не используют. А, это значит сложно для ориентирования. I wasn't any slower, but
they'll be in like a different cycle, so I have no idea exactly how they work. Там, по-моему, проще так заполнить. Хотя, ну опять же, я говорю как человек, который играл в оригинальный раз. Кто является разработчиком? Я понимаю. Мне кажется, люди, у которых... Нет, я. Я действительно спрашиваю, это разработчик этой игры. А не кто эти люди? Я хотел сказать, мне кажется, ты уже начинаешь ненавидеть весь мир потихоньку. Не, я имел в виду, что люди... Я хотел договорить, но я не додумал, как это грамотно сказать. Как она Velocity? Velocity 2X. Я хотел сказать, что люди, у которых нет проблем с эпилепсией, но... Да нет, на самом деле игра абсолютно не влияет. Да ладно тебе, по-моему, она слишком быстрая, и это очень яркий экран. Ну, быстрая, да, но это ее особенность просто, она так придумана. А, издатель, кстати, это издатель. Это издатель, разработчик Future Lab, вообще, мы не знаем таких. Они делали... Игру Velocity? Они делают Velocity. Да, они всю жизнь делают Velocity. Is the triple shot, and so I don't have a double fire anymore. Now I have triple fire, as you can see. And you actually don't need to complete a level to unlock it, but I do this level anyway, so I might as well complete it while I'm here. But I actually didn't know that until like a few days ago when I was testing something, and I went to the wrong level or something, and then. Went back, and I noticed I had the upgrade. Да, причем, как тут говорит Насраев, вот сейчас мы дошли до точки, когда, в принципе, мы можем даже не заканчивать вот этот вот платформинговый левел для того, чтобы пройти до конца уровня, но так как Насраев очень любит собирать красные кристаллы и голубые овалы, то он не может просто удержаться. А где, погоди, а где голубые овалы тут? Голубые овалы, когда он летит корабликом. Это капсула. Это как капсула с людьми, мы же это обсуждали. Они, кстати, не овальные формы, насколько я понимаю. Ну, они, по-моему, скорее прямоугольнички. Я прошу прощения, да. Просто, да. Голубые овалы. Ну, вообще, почему-то внезапно слово овал стало таким смешным. В любом случае, Насраев очень любит собирать красные кристаллы и голубые капсулы, поэтому он просто не может держаться, чтобы... Это не овал. Это капсула. Слово овал само по себе не смешно. Словосочетание голубые овалы, которые собирает Насраев, вот это уже что-то с чем-то. Ой. Ну, я думаю, он победит. Голубые овалы. Знаешь, что 150 тысяч человек по всему миру смотрит, как человек собирает голубые овалы? Им норм вообще. И, по-моему, все хорошо. Ну вот, а у нас всего 650 человек, они не понимают, почему они смотрят. 120. Я уверен, сейчас через два сообщения кто-нибудь напишет, что происходит. Погоди, ты же говорил, что люди приходят и говорят, доброе утро, почему они уходят? Или это другие уходят? Наоборот, они приходят. Было 400 человек. Да, было 400 человек, было спокойно. Тут Кирилл приходил и хайпу навел, ушел. Сегодня, когда приходил, он спрашивал, какие мемы, короче, мемы. Мне так нравится, когда кто-то говорит, какие мемы появились у нас в лагерстве. Ну какие? Ну вот голубые овалы. Да, у нас, видите, появляется новая способность стрелять с тройными зарядами, которые наносят немного больше дамага. Это временная способность, очень важно не умереть, чтобы ее не дропнуть. Не разве умереть, по-моему, нужно получить урон просто, нет? Чтобы... Да? Он получал уже, да-да-да. Да, по-моему, нужно умереть. В любом случае, он уже снова кораблик. Да все равно он сдохнет, конечно. Ну ладно. Ну, как бы это игра про то, как ты все равно когда-нибудь умрешь, потому что тут сложно рассчитать некоторые. Ну, на боссе, да, наверное, но... Не обязательно на боссе, он может просто задеть за девушку какую-то стену. Вся жизнь об этом. Да, вся жизнь, просто ты можешь задеть какую-то девушку слегка, и твоя жизнь не закончится. А, ну, то есть, за девушку можешь задеть что-нибудь слегка. За девушку? Слушайте, тут интересный вопрос, на самом деле, задали в чате. Какая из игр, на ваш взгляд, является самой зрелищной из представленных?
Тут на самом деле три вопроса. За... Из представленных так, где? За... Если в инди-блок, ну, наверное, на... то... Давайте, давайте про инди-блок поговорим. Самое зрелищное, мне кажется, мне все-таки... Мне кажется, Хотлайн. Хотлайн, конечно. Нет, хотя Супертайм... Нет, Супертайм, она не вполне понятна, потому что... Давайте мы будем говорить полное название Супертайм Форс Ультра, во-первых, это игра называется. Форс Ультра, там все-таки New Game Plus, и там не вполне понятно, в общем, что происходит. Вообще, на мой взгляд, очень зрелищная была Ори, но мы еще не разошлись на ней, как бы. Немножко. Вот, но Ори очень зрелищно была на самом деле. То есть то, что вам показали, вы сами, я не знаю, если вы сможете это повторить, у вас прирожденная способность спидранить двух платформ. Ну, ты знаешь, если повторить то, что в Super Time Force Ultra, то... То вообще забей. Я скажу про основную сложность этой игры, и я не знаю, я лично плакал, когда начал в нее играть. Там одна очень серьезная есть. Проблема. Я думал, такого нет, не делают уже в играх, однако это осталось. Это останется тайной. Да, я не расскажу об этом, конечно. Ну, это из инди-блока. А вообще, из тех, что смотрела я, то есть из тех, что мы должны были комментировать, соответственно, мы отсматривали со спидраны, мне, как ни странно, больше всего понравилось Battle Hit 2, хотя я об этой игре вообще раньше не знала. Мне Hotline Miami очень понравилось. Ну, Hotline Miami, да, там, естественно. Ну, Hotline Miami я, в принципе, много раз смотрела, а от Battle Kid я просто не ожидала действительно такого скилла спидранера, там все проходится без гличей, чисто на скилле, и это очень интересный спидран. По поводу самого популярного спидрана, я просто вот со всей своей смелостью заявлю, что это Super Mario 64. Мне кажется, что это самый популярный спидран вообще из всех. Я, кстати, не знаю, представлен ли он на этом AGDQ. А, он уже был. Да. Причем... Сегодня утром вроде. Да, нет, он был в понедельник. А сегодня уже... Заби, я уже забыл. Сегодня утром, это, кстати, сейчас. Сегодня, да. А самый трудный по запоминанию, или как там было, по количеству информации, которую надо запомнить, вот тут очень трудно, потому что информация, которую нужно запоминать, в каждой игре разная. Ну да, ну например, вы можете взять какую-нибудь GTA 5, в которой просто немерено вещей, как, чтобы заспидранить ее. Появились спидраны все-таки GTA 5 или нет? Нет, по-моему, нет GTA 5. Например, Fallout 4, там вообще ничего не надо запоминать, чтобы ее пройти, потому что проходит за 20 минут, походу. Ну, побили рекорд, вчера 15-минутный спидран появился. 15 минут, понимаете, игра вышла, да, вот Bethesda вам, пожалуйста, да, 15 минут спидран Fallout 4, как бы, а GTA 5, ну я даже не знаю, ну, часов нет, еще нет, его, понимаете, еще даже нет ни одного спидрана по GTA 5, по GTA 4 я не знаю, посмотри по GTA 4, она залагана, конечно, но тоже интересно. Собственно как? Говоря, нам тут в это время Насраев рассказывает о том, как он гениально расположил телепорт на уровне с платформингом, ну, что позволило его, что позволило ему довольно сильно сократить время на... отстреливание всех этих пронумерованных блоков. Hotline проходить будут буквально через некоторое время. Через две игры, три игры. Сому будут проходить тоже. И еще почему-то на уровнях, вот именно на этих уровнях, при дэше героиня бежит еще быстрее, чем обычно, но правда. Он, как видите, и умирает из-за этого еще быстрее, еще чаще, чем обычно, потому что тут уже действительно движение, видимо, на уровне пределов человеческих возможностей. Так как мы сонные, то я боюсь, что это уже вне пределов наших возможностей. Да не, почему? Мы можем что-то видеть. Как он собирает голубые овалы? Как будут проходить Сому? Сому будут проходить красиво и быстро, да. Она очень сломанная игра. Да, все хорроры сломаны. Все хорроры, да. Вы увидите, что в хоррорах нету хоррора. Да, есть спидраны по Ведьмаку. Ребят, прежде чем спрашивать, есть ли какой-либо спидран, зайдите на speedrun.com. Я... Да скоро тайм-аут надо будет давать за эти вопросы. Да? Ну, что ты нацистом становишься? Да, ну потому что про Ведьмака сюда 50 раз уже спросили. Ну, надо... Вот я не знаю, я бы выдавал тайм-ауты и баны за вопрос, что здесь происходит. Ну ладно. Этот вопрос не снится. Ну, в принципе, по-моему, про Ведьмака или спидранят ли Доту, это вот, знаешь, надо нам FAQ, короче, создать под стримом, чтобы, да, Доту спидранят, Ведьмака спидранят, там, я не знаю. Нет, надо вообще сказать все спидранит. Хотя нет, там будут сомневаться. Ну, в общем, надо какой-то нацистский флаг повесить. Шучу.
Вот, да. Ну, вообще интересный вопрос. Причем, да-да-да, вот тут у нас довольно интересный уровень. Дело в том, что в этом уровне почему-то, когда через них, когда мы стреляем в некоторых врагов, мы почему-то начинаем потом двигаться быстрее, вот этот момент. Опять же, ну, это очень небольшой буст скорости, то есть для невооруженным глазом он незаметен, то есть он, по сути, засекается просто на специальных таймерах. Мне кажется, фраза «тот момент, когда я двигаюсь быстрее», можно использовать как какой-нибудь мем. Да, хватит. И просто превратить велосипед. Сейбер с вашими мемами. Почему? Ты же начал тему про мемы. Не, я Кирилл начал. Кирилл начал? Ну, Кирилл уже ушел. Кажется, пока Кирилла не было, к нам пришли голубые овалы. Он нью-бонус анлог сделал. Вы, кстати, забыли то, что здесь есть еще и желтые кристаллы, которые что-то дают. Их очень мало. В порядке? Я отвернулся от монитора, поворачиваюсь, здесь что-то вымучите. Я не понимаю, вы можете врача вызвать? Да нет, все хорошо, все хорошо. Общайся с Честиком. Тут, кстати, предложили нам спидран локальный. Локальный? Да, локальный спидран. На мьют на канале. Только кто быстрее получит тайм-аут. У меня XSDNight просто в какой-то момент произошел. Это не XSDNight, это буфер оверфлоу сейчас. Какая-то информация переполнена. Ну, по-моему, утренний стрим даже веселее, чем ночной. Что за фигня? Почему я смотрю? Дружище. Я уже спокойно его встречаю. Почему он смотрит это? Ну, потому что он сюда зашел. Я не знаю. Он взял, короче, свою мышь в руку. Он нажал на кнопку. Целенаправленно, вот, на главный твича, причем, да? Чтобы зайти в чат сюда. Не смотрим. Зачем он пишет это в чат, я не знаю. Да, вот, собственно, Насраев тут радуется. Дело в том, что на этом уровне он уже незадолго до IGDQ, буквально за несколько недель, нашел небольшое сокращение маршрута, которое позволило ему сократить 20 секунд. Да, это довольно значительно, на самом деле. 20 секунд, это слово намного. Тут иногда люди 2 секунды научились сохранять и уже радуются. Спросили, что было интересного после Kingdom Hearts. Был интересный ран Battleblock сета, на котором Фиджей и Мека Рихтер рофлили безумно круто и всем понравилось. На самом деле ран по Kingdom Hearts тоже хороший. Игра сама по себе клевая. Посмотрите, если у вас будет желание. Между прочим, его комментировал Кирилл и достаточно успешно. Ну, не частично. Частично, да. Потом он умер. Ну как, дед там, он шел по делу. А люди потихоньку поспать, у нас уже почти 700 человек смотрят. Будет ли спидран Mirror's Edge? Если он еще не был, то будет, да. Да, он будет вообще в самом конце, где-то под конец какой-то самый. Ну, не на последний прям день, а вот где-то там. И он, я помню, что он там не к селу, стоит где-то ни к селу, ни к городу вообще. По-моему, он седьмого. Между какими-то Awful Games. А, да, мы сегодня с тобой об этом говорили, кстати, да, то, что он там ни к селу, ни к городу. Вообще его к шутерам должны были поставить по-хорошему. Где-то, да-да-да, он после блока Castlevania идет и после Майков Тайсона. Вообще, то есть, что он там забыл, непонятно. Ну, как поставили, ничего не было. Ну, видимо, знаешь, это вот такая постановка, она связана... Давай. Буквально на секундочку. Козу, убей с меня. Знаешь, нам надо было взять какой-то музыкальный инструмент на ночной стрим, мы бы тут поиграли. Козу? Гитара, а есть козу. Я знаю, есть такой музыкальный инструмент, козу. Гитара. Гитара? Да. У нас есть гитара. У нас есть гитара. Нет, ну, есть, нет, то, сейчас в ГЛХФ все спят, а мы стримим. Я как бы играю на гитаре, Не, для рекорда ему он сейчас не собирается побить рекорд, он просто как бы показывает, господи, что здесь происходит. Что он тут делает вообще? Извините, я просто увидел холодное оружие, лежащее на столе. И... Оно теплое, кстати, оно около батареи стоит. Оно погреться успел. А больше... Понимаешь, у нас тут число дьявола. А, нет, по-быстрому, по-быстрому отвечу на... вопросы, которые были. Больше не будет. Больше не будет.
Какой самый длинный спидран? Это, кстати, очень интересный вопрос. Самый длинный спидран вообще? Я могу назвать вам серию игр, по которым делают самые длинные спидраны. Это какая? А, нет, вру. В зависимости от категории, если... Нет, смотрите, если мы берем Any Percent, то самые длинные спидраны в основном по Final Fantasy и по серии Shin Megami, короче, по всяким JRPG, вообще, в принципе, это так. Вот, если мы берем 100%, есть серии Дигимонов и Покемонов, которые идут по 500 плюс часов, да, и... Там дело в том, что некоторые покемоны или некоторые существа там растут в реальном времени, и поэтому так много времени нужно. Ну вот как бы спидран в 500 часов — это реальность. Так, а, за этот стрим, как А, за этот стрим самый большой. Нет, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts пока самый большой. А в конце будет самый большой, это Final Fantasy 4. По 4 часа, по-моему. 3.35 идет в Final Fantasy 4. Дело в том, что на самом деле он короче, но это Any Percent без использования глича на 64 этаже в башне там одной. Ну, долго рассказывать. Да. Да, 500 часов спидран, есть такой. Людей считают. Слушай, а давай зайдем сейчас на speedrun.com, посмотрим с... Да, пожалуйста, давайте посмотрим, чтобы быть точнее. Я подписан на парочку таких стримеров. Они... я знаю, что... Я забыл название игры, я могу посмотреть в них. Почему покемон? Покемонов слишком много, на самом деле. Ты же сказал про покемонов 500. По-моему, может, дигимоны какие-то были. Короче, я не знаю. Кэтшемол. Ну, на самом деле, Кэтчемол тут... Не, на самом деле, Кэтчемол, они... А, ну это не стопроцентные, это Кэтчемол просто. Да, а там как бы имеется в виду не просто их всех поймать, но еще нужно вырастить их до максимального левела. Я не уверен, что я помню точно, но я видел парочку. Ну, не полностью, конечно же, но... На самом деле, я на speedrun.com не вижу ни одного вот именно 100% спидрана, именно по JRPG покемону. А, я могу... Если бы я был на своем твиче, я бы сделал вброс на... этого чувака. Сейчас я гляну, короче, кто он. Сейчас я зайду на свой Twitch. И я тебе покажу, а ты потом в чат дропнешь этого чувака. И у него есть спидран, по-моему, 300... Вообще, мы в GDQ... Ой, не в GDQ, в нашей группе ВКонтакте отмечали некоторые части его спидрана. Сейчас я его... Ну... Можешь пока покомментить, я пока поищу. Ну, применимо, конечно, понятие спидран, потому что это все-таки скоростное прохождение. Скоростное настолько, насколько это возможно. И если это невозможно сделать меньше, чем за 500 часов, то, ну, какой есть спидран, такой есть. Mm-hmm. Что ж поделать. А по прокачке WoW есть спидраны, но это называется Power Leveling, насколько я помню. Да, мы говорили уже про эти спидраны тысячу раз. Есть в ММО спидраны тоже, но у них очень спорные категории, на самом деле. At the beginning of this door, I need to remember to only boost once, not twice. For some reason, I like to boost twice. There we go. Да, тут, как говорит Насраев, здесь очень важно, что в начале этого уровня ему нужно было использовать только один дэш, потому что если... Ну и вообще, он фактически он высчитывает, где ему сколько раз нужно использовать дэш, для того, чтобы максимально быстро пройти игру, потому что, ну, она, в принципе, не прощает ошибок, то есть... как только ты делаешь лишнее движение, то ты сразу попадаешь обратно на чекпоинт. Alright, this next level is supposed to be a maze. Уважаемые комментаторы, можете, пожалуйста, сказать неплохих стримеров в Твиче? Да, панда Каспер, как мало. Да не знаю.
знаю, ну зайдите сами, руководствуйтесь своим вкусом, зачем вас спрашивать у нас. Как бы, на самом деле, мы, на спидран.ком вы можете посмотреть прохождение игр, вы же понимаете, которые что... не являются мейнстримом. То есть тех, как, тех, какие хотите, и, собственно, идите к этим людям на канал. Не, вот там спросили нас про стримеров конкретно. Вообще, про вопрос про локационный. Как только мы сейчас назовем хоть одно имя-фамилию, тут начнется дикий хайп по тому, как мы вообще можем смотреть таких людей. Я отвечу наиболее нейтрально. Тут спросили, а есть такие, которые не стримят финалки, Марио, Зельду и прочий мейнстрим. Я тебе вот что скажу. Это вообще не мейнстрим, по-моему. Зайди не в топы Твича, там сидят довольно... классные, на самом деле, стримеры, которых просто не замечают. И они, на самом деле, делают намного более годный контент, нежели намного более распиаренные Twitch-юзеры. И, честно тебе скажу, ты там найдешь себе что-нибудь по душе, я уверен. Ну да, не Hearthstone, например, не Dota, не КС, там, я не знаю, ну, что сейчас популярно у молодежи? Спидраны. Не, ну, у молодежи спидраны вы... Ой-ой-ой, как интересно. Видал, да, он в текстуру встал прям? Ну, да, это, кстати, не очень хорошо, на самом деле. Да не, это не та игра, где имеет смысл вставать в текстуру, это может только... Ну, его выпилило оттуда. Да-да-да. Сколько всего уже задонатили? Задонатили 211 тысяч долларов. Ну это всего собрано за время этого стрима. Спидран по Вы действительно хотите посмотреть спидран по World of Tanks? Это, по-моему, не особо возможно, мне кажется. Да это извращенство. Нет. Нет, ну. Там можно какую-нибудь придумать сумасшедшую категорию, но нет. Нет, можно. Что угодно можно придумать. Привет, что за игра? А давай-ка я тебе покажу, как это делается. Вот так вот ты можешь. А еще можно help написать в чат. Ну, как бы, блин, такое чувство, что люди приходят и на Твиче первый день. У всех функции на каналах одинаковые примерно. Там, я не знаю. Есть тайм-аут, моя команда. У админов, у модеров тайм-аута нет, а у вас есть. Ну да, ну чтобы спама не было одного и того же, потому что у всех иногда просыпается внезапно альтруизм, и все хотят друг другу помочь, и получается слишком много спама. Так, вот здесь на самом деле сложное место. Скорим было за 100 раз. Довольно сильно разбросанные друг от друга, собственно говоря, пронумерованные блоки, и нужно точно знать, где расставлять телепорт для того, чтобы суметь уничтожить все блоки, соответственно, собрать все шарики. Вот у него это, ему это удалось, он идет дальше. Ну, то есть, как видите, здесь есть две секции, соответственно, оранжевая и сиреневая. Причем, если мы, в общем, там свои сложности, то есть, если мы уничтожаем блоки для оранжевой секции, мы, соответственно, можем забрать сфера только из оранжевой секции, если мы уничтожаем блоки для голубой секции, то, соответственно, можем забирать только блоки для голубой секции. В будущем это будет ограничивать наш маршрут еще дополнительно. И на высокой скорости это будет, ну, скажем так, создавать определенный челлендж довольно серьезный для спидранера. То есть, как сохранить темп, и при этом все-таки собрать достаточное количество сфер, достаточное количество очков для пропуска невыгодных, слишком долгих, неприятных уровней. Вообще, на самом деле, это интересный вопрос, то есть, пробовал ли, например, на СРАЭФ не собирать все блоки, а попытаться, например, пройти все уровни максимально быстро, ну, не напрягаясь, соответственно, вопросами собирания вот этих очков, но, то есть, может быть, даже так было бы быстрее, но я на самом деле думаю, что он пробовал так сделать, и, видимо, все-таки попытка собрать как можно больше очков, она в итоге сокращает время. Мы, кстати, также напоминаем, что у него осталось всего два конта.
Вот слева. Слева. Я понял, Континью, да. Нам время от времени все-таки стоит затыкаться минут на 20, чтобы панда говорила нужные вещи, потому что мы тут что-то сидим рофлим, а между прочим, она только адекватные вещи тут говорит. Да, я тоже могу говорить адекватные вещи. Ну, да. Мы можем поговорить о том, что в принципе, там зачитывают донаты, предлагают убить рак, убить животных. Не, на самом деле, когда надо, она нас перебивает. Ну, в большинстве случаев. Так, вот здесь... Не, наоборот, он в реал лайф. Здесь он собрал все, что нужно, и... But this is the actually the third boss fight because we skipped the second one. Спрашивают, в какой игре? Здесь, как говорит Насраев, нас встречает на этом уровне третий босс-файт. Для нас он второй, потому что второй босс-файт мы скипнули, заплатив определенное количество очков. И это то самое место, где, скажем так, у нас Раев начинает знатно пригорать из-за сложности местных боссов. Местных боссов. Потому что... ну, это становится действительно сложно. Вот он, да, это тот самый босс, от которого у нас Раефа просто жестоко пригодится. Он действительно сложный. Ну, вы, собственно, увидите, тут даже нечего особо комментировать. А, собственно, пока мы не уничтожим у этого босса определенное количество блоков, пронумерованных в определенном порядке, на его щите, у него не снимется щит. Затем, после того, как у него снимается щит, мы можем немного по нему пострелять, затем мы должны залезть внутрь этого босса, уничтожить в режиме платформера определенное количество пронумерованных блоков, потом нас выкидывает, соответственно, и нам нужно все это повторять заново. И так несколько раз, фаза за фазой, и причем, как видите, здесь, скажем так, не самый удобный платформинг для спидранинга. То есть они раскиданы абсолютно рандомно, неудобно, там, так, чтобы максимально удлинить прохождение. И Насраев, в общем, он страдает, мы страдаем вместе с ним, потому что мы мечтаем о спидране. Он страдает, между прочим, за благое и дело в том, что... Дело в том, что босс не такой уж и сложный. То есть для человека, который, в принципе, не... ставит перед собой задачу именно пройти игру как можно быстрее. Ну, в принципе, не такой уж и сложный босс. Уворачивайся от него, уворачивайся от его лазеров. Ну, последняя фаза, кстати. Да. То есть вот эта вот фаза ему нужно... Да, и вот наконец, он может начать по нему стрелять. Да, наконец-то у него потекло ХП. Вопрос только, от какой игры, скажем так, раннерам больше всего пекло? Ну, на самом деле, это очень трудный вопрос, потому что каждый раннер — это профессионал своего дела, и он здесь не просто так, он здесь потому, что он один из лучших. Здесь особо гореть, на самом деле, не разрешается. Если вы под горением подразумеваете, что тут кто-то мог бы мотягнуться, да, или что-то подобное, то это полностью запрещено. Если, допустим, у какого-то раннера пригорит настолько, что он даже хотя бы там слегка матернется, но... Ему заклеят рот скотчем, как это обычно делают. Да, но вообще могут и исключить вообще полностью из участия. Ну, не то чтобы очень страшно, да, но все равно приятно. Дело просто в том, что на IGDQ люди не играют ни на деньги, ни на какое-то испытание. Да, у них есть, конечно, там мечта побить мировой рекорд, но если они этого не сделают, им ничего за это не будет. Мировые рекорды бьются дома, а не здесь, на самом деле. The reason I don't teledash, or don't use the teleport thing when I'm sliding down there is because it can risk losing. Просто здесь нет человека. Да, тут есть и прикольный вопрос про тян. Тян тоже могут спидран, и ты пропустил спидран по Left 4 Dead 4, там была одна тян. Left 4 Dead 4. Это был спидран Left 4 Dead 2. Да, но 4 нет. Они бы поняли. Они бы поняли. Left 4 Dead 4, кто-то еще так говорил. Ну, а что-то было подобное. Какая-то девушка как раз на телевидении на каком-то говорила про то, что играла в Left 4 Dead 4. На телевидении про игры говорят? Бывает. Я не смотрю телевизор, у меня его нет, я не знаю.
Так, ну, здесь просто... по большому счету, ну, ничего сложного, просто оптимизированное движение. Самое главное, что говорит нас РФ. В принципе, эти левелы можно было бы пройти чуть короче с помощью дэша на платформинговых левелах, но он делает этого для того, чтобы собрать как можно больше очков. Пока что за все время прохождения Насраев скипнул два левела. 36-й и 37-й. Мы сейчас на 38-м левеле. Закидают ли спидранера тапками, если он не уложится в estimated time? Да, обязательно. Посадят на кол еще при этом. Не, шутка, нет, Майкл не посадят, но тапками дадут. Закидают в гостиницу. Ему дадут доиграть, и именно поэтому, вот, потому что им дают доиграть, у нас расписание уже поехало на 40 минут. На самом деле нет. Под вопросом встанет его дальнейшее участие. Ну, они там сетапы долго делали. Это дело, кстати, не в этом. То есть спидранеры вполне укладываются. Дело именно в сетапах. Ну да, да, ну я пошутил. В технических заминках с установкой оборудования, потому что у каждого спидранера своя консоль, свой PC. У каждой игры свои настройки, каждую нужно, соответственно, засунуть в OBS или чем они там стримят. По Half-Life 3 спрашивают спидран. Ну, если по Last of Us 4 был, то почему будет по Half-Life 3? Тут говорили про фейлы, ЕСА, да, была такая спидранерская конференция ЕСА. Но на самом деле, если вы хотите посмотреть на лютые фейлы, посмотрите 2015 DreamHack с его спидранами. И вот там фейлов просто огромное количество. Куасас очень сильно интересуется, я даже не знаю правильно... Почему нет Супер Медбоя? Потому что игра вдоль и поперек изучена. Вообще, да. Во-первых, в ней нету вообще гличей особо-то. Кроме, по-моему, одного уровня, где ты поехал, проходишь. Да. Ну и ты... Это не глич, как бы. Ну, то есть, это... Ну, просто можно так пройти, как бы. Глич. Вот. И игра изучена, и, во-первых, она год назад была. Да, она и, по-моему, в 2015-м была. Ну, она, вы знаете, да, с одной стороны, она действительно марафон такая приятная. То есть ее хорошо брать на марафон, но по ней почти нету. По ней всего два типа категорий, да. Это Any Percent и 100%, больше нет. Вот. 100% слишком долгий получается. Обычно поэтому не беру. Ну вот, и там действительно есть сложные места с собиранием всех бандажей. Бандаж? Да. Да. Пластыри. Просто Супер Мид Бой, после того, как ты посмотришь, не знаю, ран какого-нибудь Айвона без эмоша, он становится не настолько эффектным, каким бы он был до того, как ты посмотришь Айвона без эмоша. Касса, можно ли загнать, короче, мубота весь Так вроде бы этим занимался. Нет, я думаю, что это не имеет значения. Просто тут спрашивают, что такое глич. Глич это, ну, это... Глюк? Баг. Это баг. Глюк. Ну да. Баг, да. Это определенная поломка механики игры, использование которой позволяет сделать что-то, что не предусмотрено разработчиком. Да нет, просто глич это баг. Нет. А мы просто используем его в контексте именно таком, потому что мы говорим о спидранах, а так-то глич можно и просто говорить в обычной жизни. Просто у нас в русском языке именно баг больше прижился, чем глич, хотя это абсолютно синоним. Ну, изначально. А вот, например, в языке спидранеров, наоборот, больше прижился глич, как такой несколько внедрение чего-то инородного. Упс. Я просто не помню, у кого мировой рекорд с Андреасом. Ну, по большому счету, вот эта часть, то есть мы уже видели здесь все механики. Единственное, чего нам остается ждать, это когда же все-таки игра закончится. То есть никаких уже особых гличей не будет.
особых сложностей как перед спидранером, опять же, не встанет, за исключением, ну, бонусных уровней, если на них задонатить достаточно. Кстати, мы можем посмотреть? На что? На бонусные уровни, сколько дошло? Да, на бонусные уровни пришел их донат. А мы узнаем в конце рана, сам. Погоди, ты про... Я про вот эту игру вела. Да, да, в конце, мы в конце рана узнаем. Просто там довольно интересная действительно часть с бонусными уровнями. Ну и можно сейчас. Просто она... там слишком много этих голов. Да, вот, смотри, сколько. Надо смотреть ран. И щелкнуть. Там будут голы. Чуть-чуть выше. Вот Velocity. Нет? Ну ладно, значит в конце рана объявят. Ну, в общем, да, наверное, нам объявят в таком случае в конце рана. То есть, если у нас будут донейшн на дополнительные уровни, вы увидите их. Они довольно, они довольно сложные действительно для исполнения, так как там приходится управлять сразу двумя кораблями, соответственно, двумя частями геймпада. Ну давай забыли. Управлять ими, соответственно, независимо друг от друга. И это действительно довольно сложная часть для спидрана. А, ну вроде все норм. Нет, непонятно. Забей. Есть фотка панды. Да, мы можем как бы просто показаться. Серьезно, две самые... Я, поверьте, вы реально нас увидите, и вы охренеете от того, как мы выглядим. Две вещи, которые, с которых развели лютый хайп на этом рестриме, это панда и альпака. Kill the animals. Ну, как бы мы уже начали убивать животных, начиная с симулятора дверей. Не любите так резидента. Почему? На самом деле мы любим. Мы любим. Просто как бы карциноген сам убил акулу и оставил их на вечную смерть валяться на земле. Вообще, что значит не любим, если мы сообщаем? Между прочим, ни одного зомби не убил. Это не значит, что мы ее. Ладно, ладно, ладно. Меня сейчас загрызете тут. Это как я бы сказала, что визуальная новелла — это симулятор нажимания одной кнопки, и ты бы сказал, что я не люблю визуальные новеллы. Но визуальная новелла действительно симулятор одной кнопки? Ну тогда... Ну так я не люблю визуальные новеллы. Почему симулятор одной кнопки? Но я все равно знаю, что это нажимание одной кнопки. Да, можно забиндить на F4 что-нибудь квикс. Какая разница, все равно ты на нее жать будешь только. А, не, ну там вообще можно поставить как-то быструю промотку, если текста ничего не делают. Игра будет играть сама себя. Ну да, ты ушел куда-нибудь там. Все, и получил просто... Это, собственно, Катерина, которую мы сегодня вот решили поиграть. Ну, не совсем. Игра, которая просто играет сама в себя. Нет, ну там есть уровни с платформой. Там тебе нужно бегать за голову мужика в розовых трусах с сердечками, короче. С рогами на голове. Все. Тут, между прочим, как бы идет спидран. А как 500 часов спидранят? Ну, короче, смотри, вот... Берут это просто разные люди. Нет, кстати, нет, мы смотрели почему, же один спидран на 300 часов, да? Да почему? Ну нет, это один человек, он приходит домой, заводит каждый день и стоит в одном месте. Просто он ждет, пока там покемоны вырастут или еще что-то. Просто обычно эти игры так долго спидранятся не потому, что там что-то много нужно делать, а потому что что-то растет в реальном времени. То оружие улучшается, то покемоны улучшаются в реальном времени и так далее. Кто-то вообще ставит, допустим, приматывает кнопку бега и автофайт, короче, в битвах. Вот. И как бы игра играет сама в себя, а спидранер, например, уходит спать. Панда, сколько уровней в этой игре? Ну, мы где-то на 40 каком-то, по-моему, да-да-да. И, по-моему, 50. Ну, то есть мы... Или я довольно близок к финишу. 60. Ну, так да, он в уже принципе, за по времени час 40, я думаю, он всяко справится. Может быть, даже и раньше, потому что... А может быть, VR? Да, может быть, VR. Хайп. Ну, я даже не знаю. Давайте за VR, давайте... Ну, напомню, что мировой рекорд у него 1:27:38. Возможно, это действительно будет мировой рекорд. Его же побитый мировой рекорд. В DS2 играли два человека на одном битве. Обсуждайте всё раз.
Один конт остался. А да. В труп сегодня играл один человек на двух геймпадах. Тоже довольно веселый стрим был. Да? Да. А, двух труп, да. Там, где шутки про паспорту тебе собственно. Это гулитян или школьник, я не понимаю. Ну отдохни. А мы снова встретились с улучшенной версией босса, которого уже видели. Здесь, как видите, у него... мы должны залетать в его вентиляторные отсеки, и здесь достаточно сложный платформинг начинается. Он постоянно на нем зависает, в общем-то. Вот именно в этом месте здесь нужно дождаться определенного периода и вовремя проскочить. Это достаточно сложно. Вот, мы должны разбомбить его, вот эти вентиляторные отсеки, так сказать, ну или, не знаю, двигательные отсеки, и только потом уже драться полноценно с ним, и так несколько раз нужно пройти по кругу. Вот, они отличаются, безусловно. Вот. На самом деле ему нужно просто собраться, это не так сложно. Все-таки, когда ты стримишь на такое количество людей и спидранишь, мне кажется, прессинг большой и собраться не так легко. Я не думаю, что он как бы парится насчет стриминга, он, я думаю, он уверен, что у него получается. Вообще, стандартно он очень хорошо уворачивается, но у него сейчас есть проблема, у него у мейн корабля не очень много хп и всего один конте. Ну, я думаю, ему хватит в любом случае. Я знаю, что это, как бы, по-моему, это самый сложный босс, дальше будет не так сложно. Есть ли какое-то общее задание, благодаря которому расслабляются линии распространения? Да, убийство животных. Ну да. Собираются и убивают животных. Там чувак пришел помогать. Ну если что, мы шутим. Что делают Каспер? Спидранеры расслабляются тем, что не спидранят. Ну да, проходит игру очень медленно. Они берут Супер Марио и проходят его за 8 часов. Очень. Нет, они берут, короче, JRPG, который там, ну, чтобы нужно пройти, нужно плюс 80 часов и медленно, там, не смакуя каждый диалог, там даже не скипая, ничего, знаешь. Что делает Каспер на рестриме Юджидики? Что нет, он просто сидит. Он просто сидит и постоянно пишет команды, типа ГДК и гейм, ГДК и гейм, ГДК и гейм. Ты еще банишь на пол. Ну как бань, я только тайм-ауты выдаю. Пока только тайм-ауты. Пока только тайм-ауты. У нас есть, конечно, более заступки от модератора. По-моему, это... Нет, они серьезно? По-моему, это тролли, короче. Я не верю в то, что можно быть таким. Тролли. Ты, блин, ну вот... Нет, это действительно давай, очень сложно. Давай лучше поболеем за Насраева. Ну, снова. Да, на самом деле... Давайте поболеем за Насраева. Насраев, живи! Молодец, Насраев! Давай! Понимаешь, если его не говорить очень быстро, очень пошло звучит. Заспамьте чат сообщением Насраев, take my energy. Давайте поможем. Нет, только не корабль. Ты сейчас польет. О, ну нет! Ну это глупо сейчас было. Это сейчас глупо. Ну да, это он перенервничал. Живи! Давай, сделай это! А чё, у него три конта есть как много. Тут нормально. А, это почему это за конты здесь ни разу не считается вообще за деньги? Не, не норм, у меня уже в глазах рябит от розовых кристаллов. А от голубых овалов? Дождь, ты мужиков какой-то. И голубых овалов. Тебе выделенно надо посмотреть. Заметь, овалов больше нет. Овалы, по-моему, еще будут. Причем не только голубые. Сам того. А как он так... А, он телепорт построил. Это же телепорт. А, ты про этот телепорт? Да, это телепорт телепортов. Телепорт, Телепортович. В чем суть этой игры, спрашивают? В телепортах. Нет, суть в собирании розовых кристаллов и голубых овалов. Да. Ну, как бы, как еще объяснить человеку? Мы вот тут сидим полтора часа, рассказываем про эту игру, а он говорит, в чем суть игры? Я сейчас заплачу. Нет, ну это платформер и... Чатик подделывает. Уаю, спасибо большое. Ну не нас. Нет, какая... Они неправильно его имя пишут. Неважно. Почему? Он правильно не его имя. Главное, чтобы сработало. Настрой.
Да ладно, не важно. Думаю, понял. Носфайр кто-то. Ой, уже написаны фонтик. Просыпайтесь, ребят, просыпайтесь. Хватит, мы еще не спали. Просто мисс клик по клаве. Все, 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 он прошел, молодец, давай дальше. Он еще раз скипнул левел. Заново походите, глупо. Это какой уровень? Он скипнул еще один левел, это 46-й. Если я не проспала еще один скип. Вот офигенный левел, нужно снова бежать, собирать розовые кристаллы. Ну, сейчас только все гораздо сложнее. Не, на самом деле тут музыка зато стала веселее. А вы ее не слышите, Азас? Я ее слышу, она клевая. Не, а в чатике я плохо слышу. Правда. Ну, да. Ну, на самом деле можно на iTunes ее если найти. Если чатик хочешь погромче, мы можем чуть-чуть сделать на коротком. Ну, ненадолго. То... Зачем вы так говорите, пацаны? Ладно, давайте немножко напряжемся. Да, все серьезно. Хватит рофлить, тут ран подходит к концу, мы сидим рофлим. Погоди, какой к концу? Тут еще 30 минут по-хорошему. Давай надеяться, что у него есть ТПР. Да нет, на самом деле он что-то вообще сейвов. Он реально... Ну, дело в том, что тут... Да ничего не тут. Насраев, он такой эмоциональный человек, он может просто на дизморале... Смотри на его лицо, он вообще сверхэмоциональный. На дизморале не пройти, а плюс у него, возможно, в этот ран уложены, собственно, музыкальные уровни. Музыкальные, да, кстати, ну да, тогда, да, тогда... Если бонусные уровни, то да. Это уровень. Да, вот он, последний уровень. Это уровень самой игры, то есть не бонусный. Cool. Здесь мы как раз and видим механику бонусных like уровней, то есть мы летим за два корабля, причем управляем ими, соответственно, независимо. Правым кораблем с зеленым, в общем, правым кораблем, который собирает зеленые овалы. Ладно, зеленые капсулы. Управляет, соответственно, правый стик и правые клавиши. И клавиши... ABX, а левым кораблем, который, соответственно, сыграет голубые капсулы, управляет левая часть, то есть левый стик и D-pad. Да-да. И управление осуществляется, соответственно, независимо. Здесь, в этом уровне, причем преимущественно двигаться приходится симметрично, то есть, на самом деле, это еще не очень сложно. А вот в бонусных уровнях двигаться придется несимметрично. И вот это, конечно... Почему? Здесь тоже иногда симметрично. Ну, иногда, да-да-да. Тут сейчас меняться не будет. Да, да. Здесь тоже есть асимметрия небольшая. You know, ну, то есть это он двумя стиками, как вы понимаете, делает. Ну как, стиком и... Ну, как левым стиком. Ну, соответственно, правый стик и клавиши, и кнопки, и левый стик и D-pad. Не знаю, я бы на этом месте уже порвался и ударил бы эту игру. Не-не-не, это не настолько сложно, если не спидранить, это вот как... На самом деле, это вот, знаешь, как нас на физкультуре учат махать в разные стороны, ну, то есть это сложно, на самом деле. То есть это особая координация, что называется. То есть он должен одновременно смотреть как бы глазами, охватывая экран полноценно, а не какую-то его отдельную часть. Ну да, периферийное зрение у человека определенно развито лучше, чем у меня. Ну да, вообще голубые капсулы это не капсулы на самом деле, а мы спасаем корабли с людьми, мы просто шутим. Так. А кристаллы это вроде какая-то штука здесь, которую люди используют в, ну вот в этом будущем, да, для какой-то энергии, передвижения кораблей там подобное. Не, на самом деле это сложно. Тут 50-й уровень, я правда, ну серьезно, мы так не уточнили, да, сколько уровней на ней? То, вот это конец примерно. Да. Не, понимаешь, он еще сколько-то скипал тоже. Значит, он близок. Вон, видишь, да, вот асинхрон пошел. Видишь, асинхрон пошел? Ты это вообще такая колбаса, я с ума схожу, когда это вижу. Он не попадает, да? Да. Ну, есть такое. Ну, ему тоже не так уж просто, представь себе. Да, он наизусть знает, он их помнит, типа. Я думаю, в первый раз это вообще боль делает. Попустил один кристалл.
Тагер. На самом деле, сам за него болеть почему-то начал. Что-то у него глюки, походу. Что такое? Не-не, это не глюк, все нормально. Расслабился. Тут что-то для того, да, чтобы эти платформы открылись, нет, он должен уничтожить определенное количество. Я имею в виду, что он что-то косячит. Ну, у нас тут, между прочим, последний босс. Final Fantasy. Возможно, действительно, победа. Будем надеяться. А вот сколько, 27 ты говоришь? А, и все. 27-38. Ну, то есть это, по сути, не босс просто. Еще посмотрим. В общем, это было просто. Time. Да, он... Всё. Да ладно, он побил на 3 минуты. На 3 минуты, подожди, да. На 3 минуты, Петра? На 3 минуты. Это World Record, господа. Хайп. Это World Record. Да, напишите нам ажиотаж в чате. Это World Record. Следующий игрок. Ну, он побил свой же рекорд, поэтому ничего особенного. Ну, на самом мог деле... Мог бы и лучше, это твой рекорд был, мог бы на 10 минут побить, в общем. Эй-эй-эй, нет, на самом деле, я первый раз видел ран этой игры. Вообще, мы впервые видим VR на нашем марафоне. Да. На этом марафоне, да. Не на нашем, да. Руа, хорош. Где хайп? Вот, хайп пошел. Сейчас бот там просто Насраев сейчас сидит и говорит, это так клево, что я получил мировой рекорд, но я даже не знаю, что сказать. Ну, то есть это вроде здорово, но я даже не знаю. То есть он, по-моему, вообще не осознает, что происходит. Так, я думаю, что это благодаря нашей поддержке, благодаря вашему чату. Насраев, take my energy. Обидно, что он так этого и не узнает. Погоди, сейчас бонусные левелы будут, нет? А, вот как раз мы это и узнаем. Сейчас будут бонусные левелы? Нет. Будет бонусный Windows. Сколько у него там заявок, друзья, видимо, кстати? Нет. Блин, ну покажи сколько. Ну ладно, не показал. Ну ладно. А, возвращаемся, можешь... наверное, да, к камере к нашей. Не зачем ты нас показал? Вот а какая я... разница, боже мой? А, ну ладно. Кстати, вопрос. Просто хайп был, как бы, поэтому... Следующая игра у нас... следующая игра у нас это Super Time Force Ultra. Да, ты... Давай так, Я на секунду сейчас уйду. Давай. Как бы, отстаньте от меня, я валю. Давай так, мы оставим тебя на 2 минуты, а ты... Сегодня мы с тобой кайфуем. Общаясь с чатиком, бань всех. Это я люблю, и это я умею. Ну что? Я тут один на некоторое время остался. Спрашивали, какой у нас именно у спидранеров, у комментаторов любимые спидраны. Лично у меня это Ран Адам Окей. Он проходил GTA Vice City в 2014 году на том же самом мероприятии GDQ, или это был Summer Games Done Quick, это было SGDQ. Вообще мне нравится спидраны Адама Кей. Он очень весело все это делает, непринужденно. Ну, в общем, это его дело. Ну и, собственно, тот самый спидран Vice City мне безумно понравился, особенно его концовка. Кому интересно, посмотрите. Следующая игра, как я уже сказал, Super Time Force Ultra. Дальше. Прошел он за час 25. Ну, он побил, в общем, свой рекорд на 2 минуты 15 секунд.